представители власти, бизнеса и просто неравнодушные горожане. Десятки людей объединились для того, чтобы сделать Октябрьский сквер ярче. Подробности смотрите в нашем следующем материале. Ранним утром 19 октября в Октябрьский сквер Вологды пришли десятки вологжан, чтобы сделать территорию ярче и интереснее. Участники разделились на 4 группы. Первая раскрашивала деревья в яркие краски, вторая вырезала из пеньков красивые стульчики, третья наносила граффити на забор рядом со сквером и четвертая проводила для детей занимательные мастер-классы. Необычная акция получила название «Октябрьская переделка». Сегодня мы запускаем проект, который объединяет неравнодушных горожан, желающих изменить жизнь к лучшему, желающих сделать наш город уютнее и красивее. Нас поддерживает власть, и мы уверены, что этот проект позволит улучшить жизнь горожан в эти неуютные осенние дни. Для того, чтобы сделать красивым забор рядом со сквером, вологодские граффитисты объединились со своими коллегами из Череповца. Общей тематикой рисунков был выбран спорт и здоровый образ жизни. Сегодня мы приехали из Череповца специально, чтобы разрисовать и сделать Вологду ярче. Мы объединились с вологодскими граффитистами, и сейчас на ваших глазах мы делаем красивые рисунки на спортивную тематику и также на семейную тематику. Маленьких вологжан ждали на мастер-классах в небольшом шатре, специально поставленном здесь для того, чтобы малыши не мокли под дождем. Дети учились наносить рисунки на камни и рисовать фейс-арт. Помогали малышам родители. Здесь я сейчас сегодня выходной отдыхаю с ребенком, помогаю сделать город намного красивее, приучить ребенка опять же к тому, чтобы он создавал какие-то свои шедевры в этом городе. Приняли участие в акции и ребята из Вологодской художественной школы. Они помогали раскрашивать вырезанные из пеньков детские стульчики. Надо помочь украсить город, чтобы он был красивее и выглядел как-то шикарнее, чтобы было лучше, наверное, жить. Музыка еще настроение придает и... как бы, я считаю, что, в принципе, весело. Акция «Октябрьская переделка» прошла в рамках российской кампании «Скажи свое слово». Она объединяет активных и небезразличных людей и помогает по-новому взглянуть на городское пространство. В рамках кампании жители городов России своими руками делают окружающий мир ярче, прибирают скверы, парки, улицы. Иван Волков, Михаил Прищев, Вологда Портал.